очень боялась, но я поняла, что надо учиться выступать на сцене, и мне понравилось. Ну, мы долго, да, его готовили, составляли мы его вместе. Дети выступали с этим проектом на форуме социально ответственного бизнеса, выиграли грант и вложили деньги в проект для его производства. Они сами искали, анализировали рынок, анализировали свой выбор, и результат довольно-таки положительный, и я очень рада им.